Ну и странно. Как был совок, так совок и остался. Угу. В Штатах такого быть не может даже по умолчанию. Ну, и куда запропастился этот идиот? Слушай, может, он умер? Слушай, ты что-то замерзла у меня. Да нет. Вот уже приехал. Надевай. Ваши ключи, пожалуйста. А чего так долго? Ты за машиной ходил? Или на похороны любимой тетушки? Там товарищ просто неаккуратно машину припарковал. Пришлось перепарковывать. Товарищ, работу бы лучше свою делал, товарищ. Слушайте, не обращайте внимания, просто она... Кит, поехали! Немного не в духе. Бывает. Спасибо. Давай. Чао. В эту дивную ночь мы предлагаем вам вместе с нами покачаться на волнах Невы в ночном эфире самого лучшего в мире радио. Позади короткое питерское лето. Так давайте же насладимся его последними теплыми ночами. И не надо грустить по этому поводу. Ведь впереди вся жизнь. Это здорово. Помещаем для вас из центра Санкт-Петербурга. Это лучший город. Это лучшая станция. И только лучшая музыка в нашем эфире. Иди ко мне. Прекрати. Ну, слышь, прекрати. Мне домой пора. Ты серьезно, что ли? Я надеялся, что мы еще ко мне на полчасика заедем. Ну, ты просто маньяк какой-то. А который час? Не знаю. Что? Час ночи. Час ночи, правда? Слышишь? Ой. Папань там, наверное, уже с ума спрыгнул. Ну и ладно. Ладно? А? А давай ты ему позвони. И скажи, что слегка задержала его дочь. Так что, хочешь позвонить? Боишься? Боишься? Не боюсь. Боишься? Светка, ты такая красивая у меня. Отвернись. Да, и не смотри. И вообще, давай из тачки. Ты серьезно? Да, серьезно. Свет, смотри, какая штука. Это я заберу. До завтра. Завтра, кстати, совещание с твоим папашей. Мы ж расширяемся. Я в курсе. Увидимся вечером на фуршете. Привет. О, тихо. Фантик, ну-ка. Ай, оп, опа. Псин, ты моя хорошая.
Ну что, Клавдия Евгеньевна погуляла с тобой, а? С Фантиком погуляла. Ужин на столе. Пойдем посмотрим. Ладно, что тут у нас? О, так, ты это будешь? Не будешь, не будешь. Алло. Это я. Кит, что случилось? Да нет, ничего не случилось. Просто хотел узнать, как ты добралась. Отлично добралась. Ага, хватит. А дядя Саш как? Папа не спит уже. Ясно, ну ладно. Спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. О, Свет, подожди. Хотел сказать, что... Уйди, пожалуйста. Ну? Я люблю тебя. Я тебя тоже. Очень люблю. Да. И я. Пока. Пока. Никита Васильевич. Никита Васильевич. Никита Васильевич. Я могу вас побеспокоить? Да? Да. Я так поняла, вы вчера не ужинали. А что насчет завтрака? Сейчас, Клавдия Евгеньевна, сейчас только. Да, Рома. Возле какого подъезда? Моего подъезда, который. Ёлки-палки. Вот компот, да. Сейчас, подожди. 5 минут мне дай, я только переоденусь. Так, нет, похоже, завтрак тоже отменяется. Я везде всегда опаздываю. Господи. Рома, уже иду. Доброе утро. Привет, привет. Куда пошла, а? Отстань. Я сказал, сюда иди. Иди за мной. Сюда иди, я сказал. Отстань. Невменяемая лечу. Слушай, тебе проблемы нужны, а? Тебе проблемы нужны? Никуда я не поеду. Нет, поехали. Отстань. Поехали. Не трогай меня! Поехали, я сказал! А? Истеричка ты, ну... Невменяемая, да? А, это что ли? Я сказал, поехали! Да рот твой закрой, а! Шантропа местная, обдолбились, вот и устраивают. Поехали, рот закрой! В офис? Ну, конечно, и побыстрее! Есть контакт. Опа! Ты успокоишься или нет? Ром, я так не могу. Останови машину. А в чем дело, Никита Васильевич? Останови машину. Эл! Ты что творишь, мразь, а? Давай, залезай. Никита Васильевич, вы куда? Я с тобой разговариваю. А что такое-то, а? Чего здоровой, сильной женщиной бежаешь? Это моя баба, я что хочу с ней, то и делаю, понял? Ты шел куда-то, давай иди, или тебе проблемы нужны? Я тебе устрою. Тихо. Что, смелый, да, Маша? Конечно, смелый, когда такая гематрила за спиной. Что ты сказал? Один на один, слабо, а? Один я один. Не слабо, иди сюда, давай. Не надо, Никита Васильевич. Ром, отойди. Никита Васильевич, мы опаздываем. Ром, ты русский язык понимаешь? Че ты уходишь-то, а? Ну, как скажете. А так? А. Ты что творишь? Че, мажорчик, обделался? Ром, назад. А что такое? Курим, пьем, пивко уважаем. Разочек палкой махнул, и все, дыхалка села? Ничего, падла. На тебя моей дыхалки хватит. Вот давай лучше беги. Ты даже не знаешь, с кем ты связался, придурок. Никит Васильевич. А? Ну ты машину не трожь, слышь? Ну, мажор, ты... Ну, ты дурак вообще! Ой, идиот, а! Что ты делаешь, ну? Это тебе не с бабами воевать. Ты куда полез, а? Слышь, только бабу не трогай. Как вы себя чувствуете?
Ага. Я тебе сказал, бабу не трожь! Он вам муж или приятель? Я не понял, я тихо говорю или что? Угу. Ты не слышишь? Ром, помоги. Никита Васильевич, мы вообще очень опаздываем. Да ничего, я здесь рядом живу, вызову вам врача. Да иди от машины. Осторожненько. Это беспредел. Стоим. Ага. Ты куда потащил ее, а? Хорошо. Ты что делаешь ты, а? Ты трогай. Пойдем. Гуляй отсюда. Ты попал, мажор. Вот ты тебе реально попал. Это папандос. Ты себе представить не можешь, какой это папандос. Заказывай траурный марш Мельденсона. Твою мать. Масечка моя. Боже мой, что случилось? Ничего страшного. Привет. Несчастный случай. Сейчас. Рома, давай к машине. Я скоро. Ага. Клавдия Евгеньевна. Да. Воды и на шатырь. Да-да, хорошо. Фантик, место. Никита Васильевич, вот наш шатырь. Клавдия Евгеньевна, присмотрите за девушкой. Ее избил какой-то подонок. Вызовите скорую, лучше платную. Деньги вы знаете где. Хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Я побегу, если что, вы мне звоните. Да, я сделаю все как надо. А? Рома, давай быстро заводись, опаздываем. Есть контакт. Никита Васильевич, может, в объезд рванем? Тут пробочка часа на два намечается. Никита Васильевич. Что? Я говорю, пробка намечается. Может, в объезд? Ну, в объезд так в объезд. Ром. А? А как она тебе? Кто? Ну, девушка эта. А, это что ли? Ага. Да так, дешевка. Таких базарный день. Трой на рубль можно взять. Может, я плохо разглядел? Вообще-то она ничего. Да? Угу. Но я в объезд. Так, ты уверен? Более чем. Мы уже и так опоздали. Опоздали.
Состоялось тайное голосование акционеров ЗАО «Боголюбов и компания», по результатам которого были определены ключевые фигуры открывающейся новой сети магазинов социальной защиты «Полтинничич». Аккуратней! Оглашай результаты голосования. Итак, генеральным директором новой сети магазинов социальной защиты «Полтинничик» назначается... Назначается Горелов Никита Васильевич. С чем мы его и поздравляем. А где Никита Васильевич? А его нет. Осторожно. А где он? Ну, откуда мне знать, Александр Иванович? Его с самого начала не было. Хорошенькое дело. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Прошу прощения. Александр Иванович, я... Пробки. Угу. Такие пробки в городе, знаете. Здравствуйте, Никита Васильевич. Здравствуйте. Давайте еще раз поздравим Никиту Васильевича. Поздравляем. Лёва, что происходит? Я тебе сказал, старичок, только все уже произошло. Проходите, проходите, присаживайтесь. Подождите. Занимайте свое место. Здрасте. Ты что, Илья, запух или как? Как это не привез? Что мне теперь делать, на твой скромный взгляд? Вот так вот прийти к Виктору Павловичу и сказать, он очень хотел, но у него ничего не вышло. Как ты себе это представлял? Когда сюда свои кости тащил, колхозник? Ну, что я мог поделать, Дагомил? Я падлой был. Я его, этого мужика, принял, за собой потащил. В тачку посадил почти. А тут этот мажор распальцованный выскакивает. Ладно бы один, я бы его делал, ты знаешь меня. Я бы его сопли перешиб. Так с ним же еще два вот таких бультерьера некормленных. И еще один в мире не сидел. Ты чего? Не, как положено. Решил с ними сначала нормально побазарить, по-хорошему. Ну, когда один из этих гоблинов мне вот такой вот ствол начал в харю тыкать, здесь все. Вот здесь мои аргументы кончились, Дагомил. Здесь я пас. Не, ну реально, кому охота мозгами своими клумбу украшать вместо цветочков? Правильно я говорю? Короче, кто этот мажор, я не знаю, но только бабу он увел, и вот и все. И все? Ну, а что еще? Да то, что туфту не гони. Говори, что с девочкой. Ну, я же говорю, мажор левый ее увел. Да пойди посмотри на тачку мою, что они с ней сделали? Ну, допустим. Ладно. Так и быть. Твои рассказы я опубликую в журнале «Мурзилка». Что я сейчас Виктору Павловичу скажу? Ну что, так и скажи. Облом. А я так и скажу, Елец. Так и скажу. Не, ну погоди, Дагомил. Ну, я же не совсем лошара, правильно? Ты скажи, что я хату знаю, где этот мажор кантуется. Он и бабу там держит, ага. И номера его мерно я срисовал. Обычные номера, да, ни мини-ментовка, ни комитет. Вообще беспонтовые номера, Дагомил. Да ты не лошара, ты конь педальный. Простого дела сделать не смог. Ну, Дагомил. Сиди тут.
тебя Виктор Павлович хочет видеть. Очень хочет. Спасибо. Ну, ты хоть доволен, крестник? Ну, конечно, доволен, дядя Саш. Простите, Александр Иванович. Ничего, ничего, тут все свои. Между прочим, Павел Михайлович твоего отца тоже очень хорошо знал, так что… А если доволен, чего лицо такое кислое? Да просто я знаю, что на это место претендовал Лёва Макаров. Он все-таки в фирме 5 лет, а я даже 2 лет не проработал. Меня твой Лёва интересует прежде всего как снабженец. Твоим заместителем ему самое место. Так что, ну и потом. Это ж мы с Павлом Михайловичем решали, кто будет генеральным. Это наши акционеры, так сказать, тайным голосованием. Я правильно говорю, Павел Михайлович? Ты вот что. Ты подумай лучше, кого взять в команду. Запомни, рабочая команда – это первое дело. Понимаешь? Извините. Ну что, тебя можно поздравить? Я сейчас немного занят, я перезвоню, хорошо? Что, папа не мой рядом? Кит, чего ты его так боишься? Дал бы ему трубку, я бы ему привет передала. Тут очень плохая связь, я перезвоню. Ладно. Перезвонишь. Целую. Извините. Ну как, Паша? В этом ресторане лучшее мясо в городе. Кстати, ты чего сегодня опоздал? Я же говорил, пробки. Знаем мы эти пробки, да, Паш? Небось, какая-то девица до утра спать не давала. Дядя Саш, ну… Да ладно, ладно, не тушуйся. Между прочим, мы с твоим отцом в твои годы такого дрозда давали. Ну, это пока мы еще женаты не были. Кстати, а у тебя как с этим? С чем? Никита, ты с этим делом не затягивай. Привыкнешь жить один, работа, то да сё. Холостяком останешься. А я твоему отцу обещал, что сделаю из тебя настоящего человека, чтобы дом, семья, наследники. Ну, чтобы род ваш продолжался, понимаешь? А Боголюбов свое слово держит. Опа! Пора, Паша. Ну что ж, спасибо этому дому, пойдем к другому. Можно вас? Дядя Саш, я заплачу. О, как! Молодец. Ну что ж, надеюсь, что сегодня вечером на банкет по поводу расширения холдинга ты не опоздаешь. Нет. Смотри мне. Это кто? Генеральный директор? Ну, привет. Что, ушел мой папаня? Да, он меня на обед пригласил со своим московским партнером. Так я тебя поздравляю. А откуда ты узнала? А я еще вчера знала. Ты вчера знала, ничего мне не сказала? Как говорится, сюрприз. Подожди, ты не могла ничего знать. Голосование акционеров? Света, было тайным. Горелов, но не будь ты наивным чукотским юношей. Твои акционеры сделают так, как скажет мой папаня. А папа сказал, что генеральным станешь ты. Потому что он знал моего отца и обещал ему из меня сделать человека? Ну и поэтому тоже. А почему еще? А, слабо подумать. Ну, напряги мозги. Ну ладно, все. Вечером увидимся. Света. Целую. Свет. До свидания. Всего хорошего. Приходите еще.
прошу. В офис, Никита Васильевич? Да, только по дороге заедем в ювелирный. Куда? В ювелирный, Яхонт, знаешь такой? Ну да. Есть контакт? Опа. Чего это? Да ладно тебе, Масюрчик. Меня-то тебе чего стесняться? Все были уверены, что генеральным филиала должен стать ты. Ну и что? Простите, у нас не курят здесь. Электронная сигарета. Расслабься, сладко. Извините. Чего, глазки свои голубые дом забыл? Давай быстренько сооруди мне маргариту. Да, конечно. А я надеялась, что мы с тобой все-таки подружимся. А мы разве с тобой недостаточно дружны? Левушка, но сейчас-то у нас есть повод подружиться поближе. Мы, можно сказать, с тобой не друзья, а товарищи по несчастью. По какому несчастью? Ты что несешь? Левушка, вот только не говори, что тебя твое нынешнее положение устраивает. Представь себе, устраивает. Ой, врешь, Левушка, ой, врешь. Прошу вашу, Маргарита. Вот только не могу понять. Мне-то чего врать? Слушай, что ты хочешь, а? Я-то? Справедливости. Потому что мое нынешнее положение мне вообще абсолютно не устраивает. А ты знаешь, что у нас с Гореловым были отношения, пока он не уехал в эту свою Англию? Ну, Англия, слава богу, ему пока что не принадлежит. Остряк. Вот только когда он вернулся, я ему стала абсолютно не нужна. Жанночка, насколько мне известно, ты здесь тоже времени даром не теряла. Я влюбилась. Левушка, да, я женщина. С нами такое иногда случается. То есть тебе можно влюбляться, а Никите нельзя? Левушка, можно. Конечно, можно. Особенно, когда все в одном флаконе. И любимая дочь хозяина холдинга. И должность. Место генерального филиала в этом же холдинге. Ну, допустим, должность тебе не нужна. А на Светку тебе тоже наплевать? Левушка, я же вижу, как ты по ней сохнешь. Слушай, Никита мой друг, а ты… Тебе что вообще от меня надо, а? Друг! Ну-ну! Вон, кстати, друг твой. Легок на помине. 100 лет будет жить. И пока он, Левочка, будет жить, ты таки будешь сидеть и хлопать ушами. Чего? Вот так сидеть и хлопать ушами, Лёва. За коктейль заплати. Тебя там ждут. Давайте к нам. Не стойте. Прости, ты здесь один? Нет, не один. Вот тут со мной мой друг, Вискарь. Знакомься. Скажи, ты Светлану не видела?
Боголюбову? Ну, нет, не видел. Ладно, будем искать. Кто ищет, тот всегда найдет. Дошел. Повторите, пожалуйста. Горел, ты чего? У тебя совсем крышу снесло? А если папа не увидит? Или ты его же не боишься? Соскучился. Точно крышу свинтила. Идиотина. Стоп. Тихо. Прекрати. Тут же наверняка везде камеры понатыканы. Ты же знаешь, папа не мой мужчина строгих правил. Застукает нас. Ни тебе, ни мне мало не покажется. Света. А? Давай сегодня после мероприятия пойдем ко мне. Не получится. Так почему? А потому что папаня мне даже машину взять не разрешил. Мы и сюда на его лимузине с его московским партнером приехали. Компот. А ты не плачь. Завтра увидимся. Завтра? Угу. Я даже не знаю, во сколько завтра освобожусь. Ну, тогда послезавтра. Светка, Светка. Хорошо. У меня для тебя есть подарок. Но открыть ты его должна только когда будешь дома. В своей спальне. Одна. А если нет? Тогда он останется у меня. Горелов! Ладно, давай сюда. Сумасшедший. Можно я посмотрю, что там? Ты мне обещала. Ну ладно, пойду, пока папаня не хватился. Кстати, а ты знаешь, почему он из тебя решил генерального сделать? Ну, наверное, я перспективен достаточно. Ты как считаешь? Люблю тебя. И я тебя. Я тебя люблю. Ты видела ее сегодня? Конечно. Добрый вечер. Здравствуйте. Поздравляю с назначением. Спасибо. Поздравляю, Никита Васильевич. Что это с ним? Не знаю. Собак, ты моя хорошая, собак, ты моя. Ну что, погулять с тобой или с тобой уже погуляли, а? Погуляли. Ты? Угу. Ну, то есть… То есть вы? Как-то уже забыл? Погуляла я с твоей собакой. Не волнуйся. А где Клавдия Евгеньевна? Так она ушла уже давно. Я тебе ужин за нее приготовила. Спасибо. Осторожно. Да. Ладно, ну… А как вы себя чувствуете? Чего ты мне выкаешь? Отлично себя чувствую. Врач приходил, укол сделал. Все? Ну, хорошо, хорошо. Слушайте, а чего ж мне Клавдия Евгеньевна-то не позвонила? Она тебе звонила. У тебя телефон был выключен. Серьезно? Да. Правда выключен?
Ну и чего мы сейчас включим? Уже... Че стоишь? В смысле? Иди. Куда? Руки мыть. Я тебе пока ужин погрею. Хорошо. Быстрее давай, а то ведь все остынет. Спасибо, конечно, но я не голоден, и я не ем на ночь пирожки. Какие же это пирожки? Это шанишки. Что? Со сметанкой? Не. Вкусные. Нет, нет, ну все равно спасибо. Ты съешь хоть один для пробы. Что, зря я весь вечер старалась? Пожалуйста. Один. Со сметанкой? Не... Это чистый холестерин. Зато вкусно. А? Подожди. Страх люблю смотреть, когда мужчины едят. Вкусно. Ну, я тебе о чем. Спасибо. Ешь. Ты молодой такой. Симпатичный. Жалко все же будет, если они с тобой что-то плохое сделают. Чего? Прости, кто со мной что-то сделает? Ну, Карлсон, кто еще? Это тот, который тебя в машину тащил? Да нет, еле это шестерка. Там совсем другие люди замешаны. Слушай, действительно, конечно, вкусно, но не пора тебе идти? Куда? Домой. У тебя же есть дом. Ты же где-то живешь? Ну, у Карлсона жила. Но мне теперь туда нельзя. И куда же ты пойдешь? Ну, если честно, мне пока некуда идти. И что же делать? О, как. Компот. Компот? Не-не-не. Ладно. Ладно. Оставайся здесь. Переночуешь. А завтра... Пойдет? Пойдет. Хорошо. Я слушаю. Давай еще сметанки. Кит, привет. Света. Я соскучилась. Давно не виделись. Кит, ты знаешь, я еду. Как едешь? Куда? К тебе еду. Подожди секундочку. Алло, Свет. А ты же сказал, что дядя Саша запретил тебе брать машину. А я на такси. А, ты на такси. Ты что, не рад? Нет, я рад. Я очень рад. Что там, бабы, наверное? Да не, ну ты что, какие бабы? О чем ты говоришь? Какие бабы? Я подъезжаю. Подъезжаешь? Угу, сейчас буду. Встречаю. Ой, что-то случилось? Пока нет, но может.
Понимаешь, у меня тут такая ситуация. Угу. В общем, ко мне тут... Ну? Ну все. Приехали. Куда приехали? Да никуда, а кто? Так. Да иду. Назад. А... Я сам открою. А ты скажешь, что... Это твоя... Нет, 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 ничего не говори. Все бесполезно. Все бесполезно, ничего не говори. А? Лучше ничего... Мантик, отойди. Этого еще не хватало. Тебе чего? Бабу мою отпусти. Ну, во-первых, она не твоя. Во-вторых, ее здесь никто не держит. А в-третьих, пошел вон. Да не прокатит такой расклад, мажор. Отпусти. У тебя ж проблем меньше будет. Слушайте, а тебе в эти голову открутить? Утром тебя дурака пожалела, теперь свою на ночь хочешь получить? Я тут вообще с краю стою, мажор. Мне лично как-то фиолетово. Тебе серьезные люди. На завтра стрелу забивают.